Карабахские армяне в Армении не останутся, уедут жить в Россию. Карабахские армяне не собираются возвращаться в Карабах, их цель оказаться за границей. Многие карабахские армяне собираются безвозвратно эмигрировать в Россию, поскольку в Армении для них не создано никаких условий для проживания. Об этом написал на своей странице Facebook армянский политолог Степан Даниэлян. Проигравшие думают только о сохранении своих стульев. Мы безвозвратно теряем генофонд, теряем территории. Как можно все это описать? Мы видим дискурс старых и новых, дискурс тех, кто наворовался, написал Даниэлян. Отметим, что в ходе протеста в Ереване карабахских армян спрашивали, что они собираются делать дальше. Многие из них отвечали, что покинут Армению и уедут жить за границу.